Всем привет! Вы на моем канале, и сегодня мы будем делать распаковку Маклайрон Лего, а потом будем делать сборку. Как вы думаете, за какое время я соберу это Лего? Ну а мы погнали! Что это такое? Наклеечки на коробку. Коробку можно вот сюда вот так. Раскрываем первый пакетик. Берем и скрепляем. Так, теперь у него есть шляпка. Теперь надо где-нибудь отыскать. Нету. Нету. Вот такая вот деталька у нас вырисовывается. Так, здесь такая же. И вот. Вот такая вот штука. Не знаю зачем. Но в дальнейшем пригодится. Ага, я понял, что это такое. Где длинная штука? Вот это вот я нашла. Где длинная штука? Я ее нашел, вот так вот она выглядит. Главное сейчас ее опять не потерять. Ага. Значит, вот сюда вот, где такая вот шершавая штучка. Вот так вот получилось. Теперь осталось сюда белые штуки прикрепить. Упс, не получилось. А это что, я не понял. А, блин. Так. Теперь вот присоединяем вот сюда вот. Перелистываем страничку. Берем вот это вот. Делаем вот так вот. Пять, шесть. Переворачиваем. А теперь начинаем заставлять. Идем дальше. Так. Берем вот таких вот две штуки. Вот таких вот. Берем две вот таких вот детальки оранжевых и ставим вот сюда вот. Хопа. Две таких вот черненьких по бокам и две вот таких вот черненьких спереди, плоских, не совсем, но плоских, вот таких вот. И это, походу, будет движок. Обычно у спорткара в багажнике двигатель, но в этом тоже багажнике. Так,
Так, так, так, так, так. Ага, нашел. Так, ну вот, такая вот штука получилась. Мы идем дальше. Не пропускаем ни одной страницы. Делаем. Делаем вот это вот. Вот. Где вот таких вот колонки или что это такое, не знаю. Ставится вот сюда. Раз и два. Наверное, вентиляторы. Ага, берем вот это вот. И вот это вот. Да, ага. Вот эту вот штуку берем. Вот к ней я не знаю, что прикреплять. А, не, все, знаю. Эта штука вот эта вот. Прикрепляем. Все. Две вот таких вот. Как вы думаете, сколько я уже по времени эту машину собираю? Напишите в комментариях. Ну, а я пошел дальше. Кстати, я уже полчаса собираю эту машину. Ведь управлюсь я за час? Мне кажется, нет. Напишите свое мнение в комментариях. Ага, я понял, что это такое, это перед будет. Берем наклейку. Ага, вот этот вот. Прозрачные наклейки. Две такие плоских детальки. Раз, и один, и два тоже. Минут до часа, и я походу успеваю, но в то же время не успеваю. Вот сколько осталось. Я буду ускоряться, ускоряться, меньше болтать, больше делать. Так. И прикреплено. Все, вот так. Теперь вторую сторону приклеиваем. Я тут делаю доклей. Так. Приклеили, перевернули. Так и знал. Что бы приклеить? Вот так вот. Теперь самое легкое. Раз. Ну, ребята, я почти что уложился за час. Посмотрите, какая у меня крутая тачка получилась. Макларен. Ну вот, колеса у нее крутые, запасные детали есть для колес. Диски есть еще разные. Внутри есть человечек, который сидит.
Ну а все, ролик подходит к концу. Вот такая вот ветродуйка еще есть, у меня забыл про нее сказать. Ролик подошел к концу. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, прожимайте колокольчик. И не забывайте написать любой крутой комментарий под ролик. Ну а всем пока-пока.